Хореографическая постановка «Первоклашка» в исполнении юных артистов коллектива «Парадигма» покорила сердца не только зрителей, но и членов жюри. В номинации «Балтер Психоры» ансамбль удостоился гран-при. Я горжусь своим коллективом, своими детьми, своими родителями. Мы трудились целый год, работали с педагогами, работали с детьми и с родителями. Мы рады участвовать в этом мероприятии. И я очень рада и горжусь своими детьми, что они у меня достигли таких вершин-то. И наша победа сегодня состоялась. Спасибо Ирине Валерьевне. Она помогала нам. Мы за сцену дрожали, нам было страшно. Но у нас получилось. В любом конкурсе самый волнительный момент – это награждение. Лауреаты один за другим поднимались на сцену. Для педагогов это лучший подарок – видеть достижения своих воспитанников. Мастерство с каждым годом растет и растет. Дети наши вообще не стоят на месте. Все где-то занимаются. Все занимаются и у нас, и в школах. Дополнительное образование очень развито теперь. И мы этому тоже несказанно рады. Конечно, самый такой большой успех – это все хотят петь. Очень много детей, которые занимаются вокалом сейчас. И вот этот конкурс у нас, конечно же, самый большой. И большее количество детей вот именно сегодня награждают именно с этого конкурса. Практически все учебные заведения района представили свои коллективы в разных номинациях. Не всем удалось покорить пьедестал, но это не помешало в личном первенстве актерам, которые блестяще сыграли свои роли, стать призерами фестиваля. Так Анастасия Сапронова победила в номинации «Лучшая женская роль первого плана». Я получаю от этого действительно большое удовольствие, потому что, когда мы участвовали в каких-то конкурсах, и другие ребята говорили, главное победить, главное победить, для меня не было задачи и цели победить в каком-то конкурсе. Я просто радовалась тому, что я на сцене и то, что я делаю. Ну, как мама, естественно, я очень и очень рада за своего ребенка. И огромное-огромное спасибо Алене за то, что она смогла раскрыть талант в моем ребенке и попыталась внедрить его в жизнь Анастасии. Победителей фестиваля ступени немало, более 600 призеров и лауреатов. Имена каждого в этот день прозвучали со сцены. Именно они и составляют золотой фонд Одинцовского района. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».